Всем привет, с вами Мэдисон. Немногие знают, но самый популярный мой ролик, когда-либо залитый на YouTube, это вырезка из программы «Игры на вынос», где я играю в Counter-Strike Source. Я не знаю, кто его залил, но ролик собрал более 2 миллионов просмотров. Что ж, я не рассчитываю на большие просмотры, но раз людям интересно было посмотреть на то, как я играю в прошлую часть контры, то почему бы им не посмотреть на то, как я пробую новую. Недавно я получил ключ от беты, так что давайте приступим. Что меня сразу взбесило, это то, что теперь вместо нормального меню покупка в виде списка, какое-то колесо, похожее на пиццу черепашек-ниндзя, они бы еще вот такое вот меню сделали, я не знаю. Зачем изобретать колесо, когда список удобнее? Сколько известных списков есть в мире? Список Шиндлера, список, который жена дает мужу в магазин, толстожоп. Так, я уже вступил какую-то перестрелку в санной луже, и я плюс какой-то чувак равно убийство. Но это не очень логично. Теперь считается, как будто если я на танцполе склею девку, а рядом со мной будет стоять мой друг, то значит трахнули мы ее оба, даже если... Так, это враг. Блять, как он быстро пробежал. Ладно, не зря же я в этом колесе покупок вертелся, как белка. Надо будет догнать его и наказать, только не очень понимаю, куда он делся. Все, вижу. Стрелять не очень удобно из-за прицела дебильного. Я в настройки вообще не заходил, но... Так, вроде убил. Очень трудно понять, когда кто-то умирает, и теперь, видимо, все убийства делятся с товарищами. Это очень, я не знаю, по-дружески. Я чувствую себя котом Леопольдом. Я даже не могу понять, АВП это лежит или нет, как-то по-новому. Ну, судя потому, что этот хуй спиздил, значит, было АВП. Так, еще один... Блять. Лектор. Можете запечатлеть этот момент. Нахуй мне запечатлять момент, как меня убил какой-то лектор. Не знаю, Государственной Академии. Ничего не делал, не в рабочее время. Новая система покупок, надо признаться, работает просто охренительно, потому что я теперь даже в меню не захожу, просто на F1 закупаюсь. Например, гранаты мне искать совершенно лень, и, видимо, во мне есть все-таки что-то от великого Петра Первого, потому что меня постоянно тянет в это болото, которое внизу расположено. А еще мне нравится, как эта здоровенная хреновина стоит на 5 зубочистках. Так, кто-то кинул слепу, значит, сейчас выйдет. Надеюсь, у меня есть еще несколько секунд, а то же, блядь, нет! Какой черт галимый выскочил. Как из табакерки. Хорошо, что у него... Я не знаю, что у него вместо оружия. По-моему, зажигалка была в виде пистолета. Там еще один был. Но... Не уверен. Мне кажется, он ушел опять вглубь. Кто-то кинул слепу. Но... По-любому надо атаковать, потому что мы террористы. И вот халявный фраг. Хотя, если прикинуть, то, наверное, этот чувак думает обо мне сейчас то же самое. Но я же не могу сразу в 5 разных сторон смотреть. Хотя создатели игры, видимо, думают, что могу. Хочу купить себе АВП, но как бы мне вообще с этим огромным мобильным телефоном не остаться на весь раунд? Так, вроде вот, да. Я вообще с АВП никогда особо играть не умел, но большинство же школьников играют с АВП, поэтому я должен показать, как оно реализовано в новой части. Ну, в общем-то, наверное, ничем не отличается от предыдущей. Все мои товарищи идут на верную смерть атаковать, а я сижу с бомбой, как последний хуесос, и просто пялю в очко. Чуваки умирают, даже не понимая то, что... Я со своей бомбой и с места не сдвинусь, мне это нахер не надо, я купил АВП, и я буду пасти до последнего, чтобы срубить халявный фраг. Ну, всю мою команду убили, так что придется встать с картов и показать класс. Отомстить за товарищей, которые погибли, сражаясь за нихуя. Так. Он какой-то... Черт, мне ящик помешал, а он выстрелил сквозь... стену и попал мне прям в жбан. Меня спасло только то, что тут дверь. Да ё-моё, у меня почему так не получилось? Это читер. Он видел сквозь мою душу. Экономический раунд. Это значит, что надо как настоящий герой ждать, пока кто-нибудь из твоей команды сдохнет. Только какого хуя вся команда встала в одной комнате с АВП? Они же оттуда придут. Блять, чуваки, ёб вашу мать. Сейчас про... В результате не слишком удачного прошлого раунда у меня хватило только на пластмассовый нож. Кстати, те, кто будут писать, что я днище играть не умею, это по-другому называется. Это называется пиздорукий кретин. Что это вообще за фраза про днище? Днище выбивает у вашего папы, когда он много пива пьет. Так, кто-то напердел тут же. Судя по огромному черному облаку из ада, это какой-то любитель шаурмы. Все, началась перестрелка. Я убил только что человека или нет? Я не могу просто посмотреть в угол экрана. На широкоформатных мониторах невозможно смотреть по углам. Когда уже сделают нормальное меню? Или где крики? Дабл килл, монстр килл, трипл пенетрейшн, инваджайна килл.
вроде спасся. И судя по тому, что я вижу огонь, у кого-то попка пригорела, значит, кого-то убили. Возможно, даже я. Так, мои друзья пошли закладывать бомбу. Я, как типичный пассивный террорист, буду сидеть и выжидать. Тем более, что я слышу чей-то топот, чьи-то каблучки, макияж. Вот так вот, технично. Он даже не поймет, откуда его убили. Я видел его конец! Судя по всему, я стрелил карлика, потому что я поставил хедшот, стреляя на уровне собственных яиц. Я сейчас на картах стою. Блять! Крыса! Только крысы сидят за дверью и ждут. Таких, как он, надо с сервера кикать. Отбивает все желание играть. Будут дурака валять. Так. А куда, кстати, делся этот охренительный, совершенно ненужный проход на базе террористов? Кстати, я совершенно не понимаю, на кой черт террористам взрывать какие-то сраные руины ацтеков. Это какой-то типа протест, что ли? Мол, мы ненавидим историческое наследие. Это все капиталистическое дерьмо. В следующий раз мы взорвем Третьяковскую галерею. Или, может быть, это террористы из соседствующего племени майя или еще что в этом роде. Так, ладно. Теперь я преподам урок идеальной игры на паблике, где ты никого не знаешь и где твоя команда иной раз способна вся засесть в одной комнате и быть там перебитой. Тактика заключается в следующем. Пинайте хуй. В данном случае я просто сижу и прыгаю на одном месте. В какой-то момент один из участников вашей команды спрыгнет с парапета, и это сигнал. Сигнал к тому, что надо начинать выступать, потому что дебилы сами могут и не справиться, а падая с верхотур разбиться в ожидании окончания раунда. Главное не пропустить никого из врагов. Это очень важно. Вот именно так выглядит идеальная игра, идеальный раунд. Вы сидите на респе, прыгаете на собственных яйцах, рассуждая об ацтеках и терроризме, а ваша команда впервые после того, как вы зашли на сервер, умудряется заложить бомбу. Вот это КПД, и пусть хоть кто-нибудь скажет, что я здесь ни при чем. Я, на самом деле, внес просто неоценимый огромный вклад в победу тем, что не сдох на 15-й секунде раунда от пистолета какого-нибудь шального ёбнутого лектора. И кроме того, я вообще не сдох в этом раунде, да еще и последнего зафигачил. Чувствую себя важно, как бородавка на лице Веры Брежневой. Нас с пацанами привез босс вертолет. Это нововведение. За контртеррористов меня перекинул. Раньше мы появлялись из ниоткуда, и мне всегда было интересно, кто эти люди, которые готовы отдать свою жизнь, воюя с террористами в каких-то сраных раз... Блять. Даже порассуждать не дали о бренности человеческого бытия. Хорошо, что паркурщик меня прикрыл. И теперь я могу спокойно отстреливаться, пока они пытаются убить его. Но что-то у меня с пистолета совсем не выходит. Поэтому давайте представим лучше эту картину, как чувак созывает семейный совет и говорит сыну и жене: ну вы же понимаете, что я спецназовец, и сегодня меня отправляют куда-то в Мексику воевать на развалинах, и я могу не вернуться. Если... Особенно у моих соперников будет Волхак и Аймбот. И сын такой говорит: папа, главное, не умирай на планте А. Туда вообще нельзя никого пропустить, это очень стыдно. И сынок такой: да, не сомневайся. Так, ладно, пора, короче, заканчивать нести ахинею и попытаться окружить... Две лишних дырки в моей заднице. Теперь я могу вместить столько же членов, сколько и Саша Грей. Сюда он решил не идти. Попробуем окружить. Я своим пришествием опоздал сильнее, чем тёлки обычно опаздывают на свиданку. Типа, ну, я думал, что ты вовремя не придешь. С какого хуя мне не прийти вовремя, если мы договаривались? Это вообще наши. Зачем я в них только стрелял? Выбежал такой бодрый, как Олег Газманов. А еще у него пустая голова. Короче, мне надоело последний раунд. Что могу сказать, подводя итоги? Как вы поняли, я скептически настроен. Я, в принципе, к классике отношусь с уважением всегда, но зачем выходит этот продукт, не очень понимаю. Потому что если между 1.6 и Source была разница, в принципе, довольно приличная, и то большинство 1.6 продолжило играть, то между Source и этим, я не знаю. Ну, видимо, есть какой-то смысл. В основном, видимо, чтобы на консолях выпустить Counter-Strike. Блять, да почему же каждый раз, когда я смотрю вниз, их там как тараканов? О, я еще как Бенни Хилл нелепо свалился. Чувак, там интересно в углу было, расскажешь потом. Да нахуй мне эта граната, блять, дайте мне оружие, а в нем патрон нет. Охуенно, я реально как
просто самый нелепый ублюдок в мире сейчас был. Ну, хоть с ножа кого-то зарезал. На самом деле, уже 2012 год на дворе, и современные сетевые игры выглядят примерно вот так. Я не хочу сравнивать Battlefield 3 с Counter-Strike, но, грубо говоря, посмотрите, я только что зашел на сервер, и рядом со мной, блядь, взорвался вертолет. И это не скрипт и не однопользовательская игра, это сетевая. Напомню, что единственный вертолет, который мы видели в Counter-Strike, это тот, что приносит контртеррористов на респ. Тем временем я вылупился из жопы моего напарника по отряду, который находился на противоположном конце карты относительно всех остальных боевых действий. Вот этот хитрый человек, посмотрите на него, настоящий стильный воин. Я не знаю, как он до сюда добрался, но благодаря ему мы захватываем офисные помещения. Безусловно, героический поступок, потому что теперь никто не будет мешать нашему офисному планктону сводить квартальный отчет. Как вы уже поняли, я воюю на стороне Российской Федерации. Только что мы захватили офисное помещение. Теперь есть рабочие места для наших офисных работников. И теперь поступило предложение захватить стройку, чтобы было где работать нашим гостям из Средней Азии. До стройки буквально осталось совсем немного. Но, насколько я могу судить, взять ее будет не так просто, потому что все пиздошит, но я не очень понимаю, что конкретно. Так, вот и враг. Ну да, тут, конечно, сложнее попадать, чем в Counter-Strike. Во всяком случае, для меня я вообще не умею играть в Battlefield. И тем не менее, этот чувак, наверное, очень сильно бы удивился, если бы узнал, кто его замочил. Потому что мало того, что это сделал Мэдисон, так я еще и вообще стрелять не умею. Тем не менее, стройка наша. Да здравствует дружба народов, и поэтому я даже готов вручить специальный презент моему напарнику в виде боярышника. Держи, бро. Пока я думал, какого хуя я вообще начал играть в третий Battlefield после того, как решил сделать обзор на Counter-Strike, стройку снова, блять, отвоевали. Надеюсь, этот чувак упадет не на ацтекские руины, тем самым облегчив задачу мировому терроризму. Короче говоря, у меня есть две мысли. Первое — это то, что, конечно, Counter-Strike — это более соревновательная игра, но мне почему-то кажется, что большинство так и будет играть в 1.6, когда выйдет Global Offensive. Что касается... Блядь, да что ж они все бегут-то и бегут. Хорошо, что мои напарники такие пиздатые ребята. Я прям так вижу, как за другим компьютером где-нибудь в Калифорнии сидит Арнольд Шварценеггер и решает все за меня. Ну так вот, в своем обзоре на Battlefield 3 против Call of Duty 3 я сказал, что Battlefield 3 игра хорошая, но, блять, на современных компьютерах, а тогда у меня был говнокомпьютер. Она выглядит просто пиздец как охуительно, как настоящий боевик. Блять, надо мной истребители пролетают каждые 3 секунды. И какая-нибудь хрень случается. Что касается последней колды, то время рассудило и показало, что новая колда — это для капрофагов. Я надеюсь, что... Я приношу свои извинения капрофагам за такие сравнения. И я надеюсь, что они на меня не обидятся. Блять! Контртеррористы прилетели, не иначе. Именно так это выглядит со стороны, теперь мы знаем. Вот это я на самом деле понимаю. Работа десанта. Высадка без парашютов на излете. Это не... Бутылку об голову бить, еще одного замочил. Но тут же в моей заднице делают еще 5 лишних дырок. Хорошо, что у меня постоянно с собой лечебный порошок. Я вообще не понимаю, откуда меня... А, все вижу, но... Да, опять в стиле Бенни Хилла, все через жопу. Зиг Хайль. С вами был Илья Мэдисон, до свидания.